Пусть исполнится то, что задумал. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя. И станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепко и чувствует. Когда дерево растет, оно нежное и гибко. Когда оно сухое и жесткое, оно умирает. Чувствует и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть.